Привет, друзья, и добро пожаловать на UI Animation Championship. По правилам соревнований участники должны проанимировать три интерфейса в After Effects, старт-скрин iPhone, Apple Watch и галерея. Участник уже готов. 1, 2, 3, на старт! Он делает импорт. А я напоминаю, что правилами не запрещено использовать пресеты и скрипты. Использует заготовку для ухода скрина. Делает привязки. Еще один парент. Выделяет слои. Делает прикомпоз иконок. Это довольно быстро. Перевод слоев в 3D. Применяет офсет при помощи скрипта. Интересный ход. Еще один пресет. Он даже не делает предпросмотр. Возвращается на главную, это всего за 15 секунд. Невероятно! Смотрим пререндер, и судья сразу же поднимает зеленый флажок. Продолжаем. Участник выглядит довольно спокойным. Сразу же импортирует Apple Watch. Ему предстоит очень сложная задача. Многие участники провалились на этом этапе. Проанимировал скейл. Пока сложно понять, что он делает. Неужели анимация тоже готова? Снова использует скрипт. Интересно. Небольшая заминка. И мы видим, что сетка уже выстроена. Возвращается на главный скрин. И здесь его тоже ждет большой сюрприз. Нужно подставить анимацию в макап. Как он справится с этой задачей? Давайте посмотрим. Мы видим, что он начал рисовать маску. Зачем он это делает? Неужели это провал, как и с другими участниками? Что? Вы верите своим глазам? Ждем вердикт судьи. И еще один зеленый флажок. И это значит, что остался последний этап. Напряжение растет, и все затаили дыхание. Неужели это новый чемпион? А тем временем он создал нулевой объект. Видимо, будут привязки. Что же будет дальше? И анимация готова! Зеленый флажок! Ура! Минута 20, друзья! Это абсолютно новый рекорд! Я знаю, ты хочешь анимировать так же быстро, поэтому записывайся на курс анимации Wii at Motion Design School!